Я не видел бабочки уже 10 тысяч лет. Посмотрим, как у него люто будут тушить его мощные иллюзии. И посмотрим в целом, что у нас выйдет на этой катке, ребятки. Первая игра, как обычно, была разыгровочная, получилась немного потная. Пока пытались угомонить всю вражескую команду, к сожалению, что-то вот как-то не туда пошло. Одной тычки. Ну вот что за рассинхрон вообще, жесть какой. Да, тяжело ребятам, не, ну, суетятся лишний раз. Вот так вот игра, вот так не надо играть. Надо играть на расслабоне. Стефа, туши. А выиграли или проиграли мы эту игру, смотрите уже конкретно в видео. А самая главная цель, за которую мы здесь все собрались, будет далее. Ля-ля, как хреначит. И это еще без бабочек. О, пошло дело. О, найс, на вставочку, и пошло дело. Да, просто иллюзии убивают. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксеназ, и сегодня у нас новый видосик рубрики «А что если?». А что если я не видел бабочки уже 10 тысяч лет? Сказал бы Террорблейд, и не было у него тогда бабочек, но сегодня мы решили ему дать таких этих бабочек, которых он не видел 10 тысяч лет, ребятки. Что, по стандартнику каточка, конечно же, посмотрим, как у него люто будут тушить его мощные иллюзии. И посмотрим в целом, что у нас выйдет на этой катке, ребятки. Надеюсь, вам этот видосик тоже зайдет, как другие видосики. В реализации эти видосы довольно-таки, ну, интересные. Ну, реально, прикольно, не знаю. Мне нравится вот эти вот видосы делать с рубрикой на 6 бабочек. И по кайфу. По кайфу. По фану. Катка. Так вот, ребятки, не забывайте, что чтобы участвовать в такой игре, вам необходимо быть подписанным на мой канал YouTube и, конечно же, на канал ТГ. Там я анонсирую, когда будут у нас записываться видосики. И, конечно же, ребятки берут и заходят. Вот конкретно все вот эти ребята, они просто взяли, зашли и играют. И кайфуют, ребятки. Поэтому, как бы, ну, дело такое. Так что, друзья, вот такая вот приколюха. Спасибо всем, кто поддерживает, кто смотрит. И поехали. Чемист. Чемист мид. Зевс низ. Хорошо. Хорошо, ребята. Стакаем сейчас алхимику. По стандартику каточка, ребятки. Все по стандартику. Сначала берем, выформиует делаем. Потом подстакует. И, конечно же, поддушает. И посмотрим, как у нас будет. Там магия, там SF магия, да, феникс. Да, тяжело, тяжело, тяжело будет. Тяжело. Феникс будет моросить, но постараемся задушить по стандартику. Задушим по стандартику, а там уже будем глядеть, как оно все будет у нас это происходить. Рубим пока деревья на подстаке. Если что, даже я сам зафармлю, я буду играть в любом случае вот здесь вот. Вот здесь вот, вот сюда дается, и все. Пассивкой. Не забудь. Хорошо. Даю распоряжение ребятам, как нужно им действовать в этой катке, чтобы подстакивать правильно лес. Ребята неопытные, но будут знать теперь, как это все делается. Поэтому, ребятки, не забывайте, если хотите чему-то научиться, то welcome сюда. Здесь можно все сделать, все по кайфу, все четенько, аппетитненько и вкусненько. Так, у нас лайн, походу, будет веселый, да? Посмотрим сейчас, какой у нас будет лайн. Будем фармить на ТБ аккуратненько. Люблю этого героя, не знаю, по кайфу. Сам один из приятнейших героев в целом на Варкрафте. Очень приятная моделька, приятный ласт хит, приятный вообще сам по себе персонаж, очень лютый. Что-то айкап лагает, постоянно сервер дропается. Сервер дропается, к сожалению, какие-то проблемы на айкапе появились у нас. В последнее время айкап приболел. Так, вот тут вот так вот делаю. Хорошо, ну деда затушили. Два крепочка есть.
Думал через плюсы качаться. А тут, походу, плюсы не получится. Феникс, если будет жаровней заниматься, будет довольно-таки тяжело. Если Феникс будет тройку качать, лайн будет крайне тяжелым. Было бы хорошо, если бы меня Зевс оставил на экспе, но Зевсу деваться самому некуда. Возьмем сапожок первым артефактом. И будет по кайфу. Будем бегать быстро. Быстро бегать будем. Оп, как же я нагло крипов забираю-то, ё-моё. Ребята злятся тоже, не хотят давать мне крипчиков. Ну как это? Керри давать вражескому фарм. Ну это неправильно, да, ребят, согласитесь. Согласитесь. Сюда омника, походу, надо свап, потому что будет крайне тяжело чуть позже. Омника свап надо. Пора жать мету. Лост хиты. Феникс крепенький такой у него там. Как только я взял мету, сразу так тяжело стало крипов добивать. Обратите внимание, что в милишной форме топорик работает на все 100%, а в рейнджевой работает крайне слабенько. И тяжело будет ласхитить. Зря я, наверное, таки мету поднял. Надо адаптироваться под такой ласхит. Так, хорошо. Рефлекшн будем брать. В общем, катку по стандарту идем пока что. По стандартику. По стандартику каточку тащим. А дальше посмотрим, как у нас будет происходить все. Как будет все происходить. Здесь пошел на стаки. А, кстати, Феникс. Хитрюшка. Мушка. Хитрюшка. А не, не добиваешь, дядь. В милишной форме вообще кайф ласхитить. Не знаю. Ставьте лайк, кому нравится Террорблейд, ребятки. И сегодня мы его раскочегарим. Сегодня мы его раскочегарим. У меня еще есть, конечно, идеи по поводу рубрики. А что если взять какого-нибудь вообще всратого героя, который, ну, просто ему, ну, не эти артефакты не подходят. Просто они ему нафиг не нужны. И собрать ему эти артефакты образно, там, знаете, минер 6 бабочек. Это типа тупо, да? Но это, блин... Имеет место быть, то есть так можно собраться и просто порофлить, я не знаю. Так что, ребят, пишите свое мнение, пишите обязательно в комментариях, какой видосик вы хотите. Именно, может там, ну, очень много на самом деле приколов там есть. Ребята пишут, ну, нереальные вещи, очень интересные и не очень интересные какие-то пишут. Ну, и в целом, конечно же, хочется все это исполнять и исполнять это все, ну, более четко, красиво и прикольно. Так, мне нужен омник все-таки. Да, мне сейчас тут и Феникс Лазеровый, и СФ надо нагибать все. Но у меня куры нету, соло. Надо себе взять, чтобы не моросить. Я бы с сапогом, возможно, бы отстрейфил бы дальний койл и выжил бы. Так, нет смысла. Так, нет смысла что-то придумывать. Так, СФ тоже сапог имеет. Плохо. Плохо. Сэф тоже с сапогом, это уже ГГ. Надо фазы, если фазы я рано сделаю пораньше, то я могу доминировать этот лайн. Но пока нет. Никакой доминации не будет. Пока фазы не соберу. Фазы будут, можно будет тушить их тут. На пятом левеле попробуем Сэфа задушить. Хорош. Так. Ты шо, дядь? Репел? Хорош. Печалька, конечно. Вивер пришел еще зачем-то. А, агрессивный лайн. Магнус стоит, кайфует. Омник там всадил хил, не знаю зачем, надо было, я думал надо на этот. Ну, кстати, да, Вивера я не увидел, не знаю почему не вижу. Не видел Вивера. Да, это жестко. Это жестко, непонятные драки какие-то. О, здорово, давай его. Хорош, пойдет. Вивер ошибся. Все, пазики есть, погнали. Сейчас будем чуть повеселее двигаться.
Почему фазы? Потому что фазы — это метовый артефакт 85-й карты, и с ними двигаешься намного быстрее, комфортнее, аппетитнее и по кайфу. Поэтому сейчас фармим. Старт, конечно, тяжеловат. Ну да, два прокастера на линии, но это не беда. Это не беда. Этот феникс с лазером, я его буду только так тушить. Дайте немножко времени. У меня пик формы не особо ранний. Мне нужно немножко артефактов, немножко левела. Тогда все будет огонь. Тогда все будет огонь. Вивер еще пришел подтошнить лайн немножко, да? Криса такой. Ах ты, Криса. Так, ну что ж. Это все понятно. Да зачем ты просто так пуливаешь ману? Не понимаю немного Омника, зачем он просто так нажимает кнопки. Вот лайн спокойный, да, стою, просто фармлю, и он... Типа, я здесь, так, знаете, моральная поддержка. Я здесь, братан. Все будет хорошо, ты не переживай, репел, на, все отлично, я на месте. Знаешь, такой... Такой суетолог чисто. Суетолог. Так, ладно, пока фармим. Я бы стики взял бы здесь. Стики очень хорошо зайдут. Против этих же шадуфиндов. На топе что-то злостное. Сларки там атакуют, да? Сларки атакуют. Сларки, виверы, вивер на роуме, молодец. Не добил. Этот герой наш. Хорошо. Есть. Засолил пацана. А то стоит, фармит он. Ох уж этот фермер на эсэфе. Негоже так в чужой лес приходите фармить, дядя. Быстренько лайн толкнем и в лицочек. Пена, не забываем тычковать попутно, чтобы парень не расслаблялся. Хорошо. Так, что там у нас по крипчикам? Можно подфармливать тоже. Мне тоже выгодно это фармить. Раньше арты возьму, раньше будет жаровня. Хорошо. Хилочек мы впулим. Отлично. Пока фармим, ребятки. Крипчика, в принципе, у нас достатки. Лайн не сильно хардовый. Лайн не сильно хардовый у нас. В принципе, приемлемый. И можно по КД метаморфозы выходить. И сейчас Маднес будет. С Маднесом вообще можно будет выходить, там уничтожать. Так, Омников. Много тут Феникс поджаривает, да? Хорошо, все, фармим дальше. Скоро у нас будет Маднес. С Маднесом прям уфу. И фиф наглую просто буду набегать. Будем забирать спокойно. Вивер. А это эти тараканологи. И меня бежит главное. Вот у него задача меня захейтить в этой катке. Хорош. Хилочек сюда. Стики еще есть. Ух, тут заказ, мадам. Ну, 6-й левел апнул. 230 маны. 230 маны. 5 секунд. О, найс. По кайфу. И фена можем принять, я так думаю, да? Будет улетать наперед. А, лол. О, все понятно. Не, ну бывает. А, ты РПшнул, бро? Красава, бро. Красава, бро. Вот это я, конечно, не вкурил, что там РПХ сейчас будет. Не вкурил. Так, крипчики, не мешайте. А я такой медленный, это жесть. Шишер пришел, все, понял. Я что-то прогулял, что он там РПХнул. Ну, го, подеремся в целом. Все равно. Все равно подеремся. Я очень медленный в этой форме. Так, ладно, все, на мид. Нет, что тут делаю? Ой, на мид, на низ. Что-то пробегали, да, вообще жесть. Просто пробегали. Не думал, что он там РПхнет, я сразу уже развернулся и ушел. Так, еще
ТП-шку можно. Все, найс. Все, оглохну. Вообще здесь вот эти вот маленькие стаки желательно алхимику оставлять, а мне забирать стаки побольше, которые он долго фармит. Алхимика тоже как бы можно, все в принципе можно оставлять, но не стоит забывать то, что он фармит, это 50% золота, да, для меня. То есть мне тоже в приоритете самому бы как-то разгоняться, там, сделать бабочку, да, там, пораньше, да. И я так думаю, надо уже раскачивать иллюзии, хватит рефлекшн тушить. Давайте чуть иллюзии будем качать. Там Сларк full free. Сларка надо будет как-то еще поджимать. Поджимать надо будет. Ну, этот тоже фармит Лак. И стандартный Феникс будет, я так думаю. Очень много, кстати, ДПСа будет от Феникса. Надеюсь, Репел мне будет помогать. Надеюсь. Алхимик что там у нас имеет? Ага, ну Сакрет, наверное, там уже должен быть. Я так думаю. Я так думаю, должен быть уже. Хорошо. Ну, один кэм заблочили, второй отстакали. Так, я пошел на низ, надо фармивить делать. О, гол. Туши его. Хорошо. Жалко микро КД было. О, здорово. Ну вы поняли, да, почему он не ультанул? Мана кончилась. Найс. Он такой, я думаю, ну все, сейчас махнется, ничего не надо нажимать. Я думал на стики развести, но он ультанет и все, я сдох. Я сдох. Ультанет, я сдохну. А, от этого... Такая грязь, эти сларки. Каждый такой видос, вот эти грязные, вонючие сларки. Вообще терпеть не могу. Ой, как психану когда-нибудь вообще. Вот забить на видос и вот брать тоже грязь и тушить. Ну, что сейчас с ним делать, с этим сларком? Это ж такая гнилая вещь, это жесть. Центр надо, вот эти все обсервы, все надо, вот это контролить его. О, просто голова болит от этих сларков. Буду не допускать ребят, кто пикает такое дерьмо на запись видоса. Ну реально. Это ж не стрим, где там на стриме надо 100% победить, да? На видосе, надо на видосе красиво проиграть. Ты чё, дядя? Ну такая логика у ребят. Так, ладно, я понял. Сларк проблема. Будет меня сейчас курировать по КД. Фениксы, сларки. Ну да, все, лес нас уже оккупировал. Чел на сларк. Это ГГ. Ух ты, как обузит он. Да ты шо? О, лети еще, нажимай кнопки. А, центр. Дела плохи. Химика радик есть, ПТ-шка. Надо чапалахи давать. Я вот думаю, может через лотар вначале сыграть. Через лотар сыграть. Сначала надо их задавить. Тут будет какое-то что-то на хп сделать на данной стадии, чтоб меня не терроризировали. Гоу. Надо драться. Поможи, сделаем. Туши, сбиваем смело. Хорош. Т2 можем, мне кажется. Т2 на изи. Т1, потом в Т2. Хотя мета, наверное, кончится к тому времени. Так, ребята, здесь жалко нет у нас никаких сентричков. Восстановим ману себе. Ребята ушли, да? Тавер надо было. Ладно, ребятки, понял. Ничего страшного.
Табор забрали бы, ушли. Щиток надо продать уже. Успею тышку заколотить, интересно. Не успеваю, да? Ладно, тушим. Сларка забрали, да ладно. О, найс. Крысиные глифы. Крысиные глифы. Найс, но успеваю, да, выйти? А, найс. Срубил дерево. Ой-ой-ой. Вот это да. Погнали, иншей колотить. Так, ну, в принципе, пока что, да, ребята там пытаются что-то сделать, да? Пытаются. Крысят, крысят, крысят. Еще раз крысят. 3000 есть. Блин, ну 700 хп бабочку делать, честно, тяжело будет. Может начать хотя бы с какой-то кнопки, типа Лотар Сейджа, я не знаю. Чтобы можно было тоже как-то подтушивать. Химик далеко пошел. Ну затушит он, затушит он. Инвокера, по идее. Ну, от лазера надо мансить. Ой, хорош, переключи, переключи. Магнус пришел. О, там и Сларк. Добрый вечер. Там и Сларк еще. Сильно ребята подбычили. Два стика. А ульт, ульт, это понятно. Царевник не собирается хилить, надо ультовать, потому что... Пофиг. Пофиг. Так, ладно, вот сейчас на самом деле очень такая серьезная дилемма у меня в голове. Что лучше сейчас будет собирать для того, чтобы их задавить? Ну, конечно, стандартные артефакты какие-то в любом случае лучше. Даже там манту тоже собрать. Вообще, аквилу бы надо. С маной проблемы. Алхимик, в принципе, выкормит. Так, обходим. Тараканов не ловим. Тараканов не ловим. Отойдем. Да, Магнус, хотя... Хотя, го. Догержи. Догержи есть. У меня ульты жалко нету. Но я сдох. Но умник не репел, ничего не дал. План. Да, тяжело ребятам. Не, ну, суетятся лишний раз. Вот, вот так вот игра. Вот, вот так не надо играть. Надо играть на расслабоне, а не на вот таком вот... вот. Вот так вот не надо играть, а они что так играют, вся команда у меня так сейчас играет. Там вот, собрались, да, вроде сейчас идти, Магнус такой, что-то вот он вот раз там прыгнул, не получилось такой, и я такой иду вперед, он такой, ну тоже вперед, вот, вот это не надо делать. Нужно, нужно делать четкие моменты всегда. Всегда, когда вы играете доту, четкие моменты. Увидел ошибку, отошел, все, раз, оп, откадышил, сделал, оп, вот так вот и надо играть. То есть это ж дота, тут всегда так играется. Тут нужно именно обдуманно делать все. Именно обдуманно. Раз ты ошибся из своих, оп, отошел аккуратненько. Туда-сюда, здесь кнопочку сделал, там это, туда. Все, и у вас будет успех, ребятки. Я вам говорю, никогда не суетитесь. То есть я вам серьезно отвечаю просто. Не суетитесь, все будет хорошо. Че суетитесь, я не понимаю. Че суетитесь? Не суетитесь, все будет огонек. Все будет огонек. А, ребята суетятся, вот и получаются дрова вот эти наколотые криво. И все, и уже тяжело, тяжело. Конечно, тяжело так играть, когда вы суетитесь, когда неопытность там вот это все. Вот. Нужно аккуратненько работать. Тык-тык-тык-тык, быстренько сюда, туда, сюда, туда, и все. И будет все огонь. Сларки вон бегают. Надо давить начинать их. Не, 800 хп, это жестко. Надо вот. Вот, потянул, нажал. Репел есть, все, погнали. Вот и все, вот то есть без суеты. Вот сейчас обратили внимание, ребят?
Спокойно, тихо, все. Раз, 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 тык-тык, затыкали. Все. То есть это дота и есть. Никогда не суетитесь, ребят. Вот те, кто мои видосы смотрят, кто смотрит их постоянно, кто смотрит до конца, они всегда знают, и они всегда будут умнее врага. В любом случае. Всегда, ребятки. Всегда. Я вам отвечаю. Я вам отвечаю. Это дело такое. Когда идет суета лишняя, вы будете паниковать. Не паникуйте. Никогда не паникуйте. Что там Сларк соло тушит, да? Осуждаю. Рипл даешь? Хорош. Яйцо сбиваю. Хорошо. Да, я на ультрамай... А, не сделаю. Вот этот чел пришел, вот таракан вонючий. Таракан вонючий. Вонючий. Жесть. Вот прикольные пацаны. Какие хилки? Вы дохнет. Одевайся. Манту, БКБ. Химик. Все, надо вот ребятам все объяснять. Надо. Хорошая драка, кстати, видели, да? Лотарчик делает вещи. Давайте сильверуху. Хорошо. Так, этот Юл собрал, да? Угу. Надо бы какой-то детекшн. Ферма внизу, да? Я зафермлю ее. Так, иллюзии раскачиваем, ребятки. Жесть. Оппоненты пытаются, ребятки, прям огрызаться по-страшному. Оппоненты прям серьезные там играют. Один Сларк только чего стоит. Никак не законтрить. Имба! Титан гель намазал на себя. Вот это я понимаю, ребят. На позитивчике, на максимальном настрое и двигаться вперед. Все, что нам нужно. На месте не стойте. Оп, сюда надо. Так. А по идее должен забирать. По идее должен забирать. Возможно, с формой придется, конечно. Да, лучше форму поднять, быстрее заколочу. Террор Блейд против каменного голема. Главное иллюзию вовремя поймать. Да, ну вот тяжело. О, я понял, здорово. Понял, здорово. Интересно, дорогой, доту играешь. Интересненько. Вард, где, интересно, сняли же? Сняли, все, я в лотарь захожу. В центре, опса. Там моргал. Интересно. Ну, такое себе. Довольно-таки странная ситуация. Ну да ладно. Ладно. Пофиг. Спишем это на везение. Умник стоит, колотит. Тяжко будет забирать все равно. Да, какой баш. Опять идет. А я того жизни видел, эжи. Рипельчик. Хорош. Нам эту драку это не потянем. Эту драку мы тут не потянем, ребята. Ай, почему я его не добил нафиг? GG.
Это жестко. Да. Давайте просто закончим и все. Какой смысл тут что-то придумывать? Нефиг тут делать. Этот 4 собирается, Рошана не дают, этот на грязи. Пятером соберитесь. Тяжко. Алхимик ничего совсем не делал. Это Катарину, манту купи. Манту купи ж, ё-моё. Нахрен тебе этот Актарин. Манту просто купи и туши. Это тяжелая катка, ребята. Актарин, купи манту, да? Манта, там диспелу нужно. Манту? Чего не купил? Бросим. Погнали, подеремся. Во драку. Я иду, я далековато, но я иду на ноге. Что делать? Магнус далеко ушел. Я двойку не даст. Печально. Ребята, печально. Найс. Я думал, он уже все с конечными. Он, оказывается, отлагал. Я уже приуныл, аж так, знаете, прям. В моем лице было разочарование. И никакого веселья. Тяжелая катка, ребят. Тяжелая. Тут не до веселья на самом деле. Хотя го. Да нет, го. Нет, го. Неадекватно будет. Неадекватно будет. Пена вынесем, сейчас все вынесем. Ставится нет только. Так уж просто. Я не потяну. Хорошо, хотя бы так. Но вот со Сларком что делать теперь? В принципе, дамага есть, я думаю, потянем. Иди сюда. О, все, ночь. Ночь, не подтянем мы тут его уже. Го, Рошана. Нету, химик заберет. В спине вон он. Хорошо, стики в помойку. Креветка морская. Черепашка. Ой-ой-ой. Сейчас тут насыпет он. Насыпет. Давай-давай. Хорош. Ой, иллюзия палит. Хорош. Иллюзия запалила контору. Иллюзия хотя бы контору запалила. Так, но меня Рошан будет колотить. Хорошо, отрегениваться главное. Найс. Уф. Все-таки победили креветку. Волосатую.
Волосатую креветку победили, ребят. Я Б. Боковую, если сломаем, сейчас будет очень хорошо. Сможем что-то делать. Хорошо. Грязная, грязная катка. Максимально, ребятки, на нервозе. На нервозе. Можно начинать первую бабочку делать. Иллюзии у меня, в принципе, все раскачано, все готово. 18-й левел на дворе, между прочим. О, Сларк пикнул Сларка и пишет ФФ. Не делайте так. Зачем вы на таком одном из самых сильнейших персонажей писать ФФ? Мне кажется, это нелогично, как минимум. Нелогично, дядя. Не взломаем. Не взломаем. Так, можно Курумагазик отправлять, да? Курумагаз. Ломаем. Ух ты, смотри, какой. Ушел, ушел. Опа, опа, опа. О, вардики. Варды. Варды бы снять эти. Некому снимать варды. Туши вот эту контору. Ну, одной тычки не хватает. Как так? Как так? Одной тычки. Ну, вот что за рассинхрон вообще? Жесть какой-то. Ой-ой-ой. Фармим. Как фармим? Придется все в свои руки брать в этой катке, ребят. Все в свои руки. Абсолютно все. И Сларка того убивать, и Феникса сбивать. Феникса сейчас с бабочками буду сбивать. Буду. Надо время. Все очень плохо, почему-то вообще драки никак не вытягиваем. Они просто делают минус 5 стабильно. Стабильно минус 5, минус 6 даже сделали. Магнус, по-моему, ничего не поставил. Там... Может и поставил, но в одного. У нас драки растянутые очень из-за Сларка. Сларк бычит Феникс со спины. То есть получается потенциально два героя на рассинхроне. Два героя на очень лютом рассинхроне. То есть они друг от друга очень далеко стоят. Магнуса тяжело поставить РП. Из-за этого приходится потеть вот так вот дополнительно. Дополнительно приходится потеть. Этот SF очень плотный какой-то. О-о-о. Жалко, формы нету. Ай, сультуешь, дядя. Опять драк. Кривейшая. Да. Вообще, типа, ну, невзначай такой файт, да? Невзначай. Ну, алхимик, если поможет. Ну, найс, махаюсь хп с лоу-хэповым. С лоу-хэповым махаюсь хп. Сларк бьет просто. Там ж... Гем отдали. Короче. Сейчас соберитесь. Сларка стаки упадут. И ок. Подеремся. СФа полдня бью без метаморфозы. Не хватает дамаги просто, люто. Жесть как.
Ну, моросит вот этот герой, просто моросит, и все. Все остальных, в принципе, не чувствуешь. Но Феникс, само собой. Массовик, затейник. Массовик, затейник. Блин, Сларк с этим. С гемом я не уйду от него, он задрочит меня тупо. Задрочит. Сларк задрочит. Феникса не можем сбить. Я не знаю, может его вообще не сбивать. Но мне надо БКБ делать некстом. Феникса как? Что с Фениксом делать? Я немного не понимаю. Немного не понимаю, что с ним делать. Да, от ХГ лучше играть. Я типа пытаюсь его сбивать, но смысла походу как такового не имеется сбивать. Потому что я соло его не могу сбить уже. Соло не могу сбить. Очень хочется. Очень хочется. Вот манта наконец-таки появилась. Но уже, наверное, поздновато. Манта сразу делается алхимику. Вместо Октарина сразу манта. Не работаешь. Так, инвокер отдал прокаст. Так, гоу, парус энтри. Парус энтри. Grow impatient. Там нечем забивать, да? Нету рейнджевика. Зевс там. Такой Зевс сомнительный рейнджевик. Да. Ну, это тяжелая ситуация. На самом-то деле. БКБ попробую сделать. Мне кажется, БКБ здесь мне мало чем поможет. Мало чем поможет. О, Т2, драку. Б. Делает МКБ уже чел-то. Да. Да. Кого не потеряли за прокаст, хорошо. Там креветка. Чёртова. Красава, бро. Вивер его вернул. Вивер вернул его тупо. Ай-яй-яй, гоу. Пробежимся чуть-чуть. СФ от уши. Найс, просто на блюдечке. Так, БКБ-ха есть, в принципе. БКБ-ха есть. Там топ-алхимик побьет, я немного Рошана поколочу. Неплохо.
Что ты не пушишь там минус 5, господи, дядя, ну ты чё? Ой-ой-ой. Так, еще одна драка корректная. Correctly. ИГГ, в принципе. Пятером подеремся, мне кажется, шанс много у нас. Умника зажарили тупо. Так, алхимика продали, да? Все, надо бы. Алхимик, алхимик, алхимик. Что там, МКБшка, брат, умничка. МКБшка, брат. МКБшечку собрал. Вот так вот там. Doors close. Так, го на базу. Пул Б. Не знаю, БКБшку делать или нет. Тут можно БКБ сделать, но боюсь. Боюсь, ничего БКБшка особо не поменять. Надо с Ларка чем-то пробивать. Гем заберите. Надо попродавать артефакты. Так вот сделаем. Пока что. Вот если бы его задушить, было бы круто. Найс. Nice. Отлично. Про травала возьмем. Так вот сделаю. Быстренько сейчас тут раздефаю. Че вы там, где дрочите? Ты куда пошел? Ты куда? Алло? Вы что, нормальный? Че алхимик делает? Бей, пожалуйста. Вот так вот руинят контент, ребята. Жалко, что такие игры, ребят, приходится просто выигрывать без контента. Ох, ребята, какая была тяжелая прошлая катка, и, к сожалению, контент был у нас немного заруинен, и пришлось просто тупо выиграть. Вот, ну неинтересно же так. Хочется написать контент, ребятки, хочется его дописать, согласитесь.
И, к сожалению, иногда приходится вот так вот немного отходить от контента и заканчивать каточку немного раньше срока. А все потому что ребята играют прям на максимально серьезку, они подписываются в ТГ-канал, подписываются в YouTube и хотят выиграть хена. И у них это, в принципе, это правильно, да, это правильная мотивация. Но, с другой стороны, ребятки, посмотреть, я очень много времени трачу на то, чтобы создать контент. И это, на самом деле, тяжко. Это тяжко, ребятки. Поэтому будете знать, как эта тема вся делается. Вот эту уже каточку, надеюсь, мы уже допишем. И будет интересно. Будет интересно, надеюсь, такие же посмотрим, как же там Террорблейд с 6 бабочками. Сильный он или нет, ребятки. Надо же глянуть-то уже до конца-то, ё-моё. Спасибо всем, кто смотрит, ребятки. Не забывайте поставить лайк за наше старание. За наше старание. И подписывайтесь на канал. И отдыхайте, и тушите. Поехали. Так, берут, что там у нас? Бара, Слеер. Тяжело будет, Слеер будет напрягать. Ancient Upper Ancient. Нетер. Нетер, курит. Нетер. Нетер. Хорошо. В принципе, пока что, ну, приемлемый пик. Можно будет что-то поделать. Вивер опять. Опять Вивера берут. А что там катка была, что еще катка. Один и тот же парень с фейка, да? Возможно, кстати. Надеюсь, в целом эта катка будет немного интереснее, чем прошлая. И мы добьемся таки тут успеха. А добьемся мы его или нет, сейчас посмотрим. Сейчас, ребятки, уже посмотрим. Сейчас посмотрим. Так что, ребятки, гоу. Наша задача тушить. 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 Попробуем сделать все, что нужно. Ждем руны. Забираем руну алхимику и работаем. Боюсь, меня будут люто гангать. Я тогда буду собираться стандартный билд, а потом переоденемся в 6 бабочек. И будет по кайфу. Заходи. Снайпить. Снипет. Снипет. Где я? Заходи, брат. Мне так всегда нравится, когда ребят спрашивают: Хена, где стрим? А я снайпить хочу, дай его снайпить. Ох уж эти ребята, руинеры, руинеры. Не руиньте контент. Ух, как буду кусать вас за ноги. Ладно, поехали. У меня бразури нет. Бразури нет? Ай, а ты с телефона. А ты с телефончика. А ты с телефончика. Так все делают. Сидят, компьютер играют, из телефончика подсматривают стрим, где вардики стоят. Это стандарт, бро. Там тоже нет. Да ты что? Ой, ты какой смешной. Ладно, погнали, ребятки. Наша задача это фермить. Сейчас выфармим. И затушим. Что там, аппарат, да, нанизу? Тяжело будет с аппаратом. Тяжеловато. Ай, вивер еще лучше. О, опять хардлиния немножко у меня такая серьезненькая. Серьезненькая хардлиния. Попробуем выстоять. Что делать? Что делать, ребята? Что делать? Линию надо пытаться стоять. Деда я, к сожалению, не заруинил. То есть вот деда заруинить бы было бы круто. Очень сильно лайн пушится. Хорошо, пойдет. Пойдет. Пол хп просто. Просто один нюк от аппарата, это же пол хп. Лицо улетело тупо. Тут сапожочек, и можно, в принципе, с третьим левелом подраться хорошо. Гаут! Нет, не гаут. А что, если? Бро! Красава, пока фармим, норма. Руинит ласт крипа мне. Давайте возьмем сапог и стик. Нет, не возьмем, да? Нет, сир. С тараканами они меня, по идее, убивают. Причем налегке. С таракашками. Затушим. Пацанчика. Хорошо, ФБ мой, но... Тут тавернелла, ребятки. И если бы крипы помогли, да, было бы хорошо. Жалко.
Даблкил, и Зевс пошел сфидил. Красава, бро. Красава, бро. Так, гоустик возьмем. Пригодится. Сейчас бы стик, возможно, пригодился. А лучше всего фазы бы пригодились. Вивер 4-го левела, найс. Умник игнорит. Ну так напряжно опять. Я стою постоянно в напряге. Зевс там в лесу стоит. А мне тут хотя бы подхил бы какой-то. Было бы круто. Тогда он необходим прям именно. Я орну, если он сейчас репел, как обычно, кинет, возьмет. Просто так. Тотомник прикольный. Он просто так на лайне вот стоишь, фармишь крипов, он подбежит, репел кинет. Знаете, такой суетолог чисто. Чисто суетолог. Забавный парень. Забавный парнишка. Оп, хорош. Что там у тебя, бро? Пока не надо ничего, да? Подождем мету и убьем меты. Оп, хильнется сейчас как. Вот этого побью. А ты что, фидишь, бро? Бывает. Ладно. Бывает, ребята, ничего страшного. Вдруг залагал. Или в голове залагал. У меня, если честно, чаще в голове лагает, чем лагает интернет. И это нормальное состояние человеческое. Так, ну что, ребят, пока что на лайне, в принципе, все идет четко, пушечно. Го, побьем его. Оп, найс. Хорошо. С фазиками-то вообще, как на майонезике. Фазики, майонезики. Странно, что бар еще ни разу не прибежал ко мне. Фармим в дефолте. Наверное, первый арт-матнес сделаю. Чтобы можно было лес колотить. Хорошо, масочку надевайте. Хорошо. Хорошо, так, там бару. Бару гангает. Бара гангает. Так, 28 крипчиков. Там ребята прям под тэшками бродят. Вот серьезные пацаны. Я понимаю. Красавы. Нажми кнопки. Оп, хорош, хотя бы. О, найс. То, что я хотел, я сделал, получил. Да не надо там кидать, я ж уже заэвейдил все. Заэвейдил все, так, кура на базу улетела обратно с кнопкой. Хорошо. Отлично. Стики были, если что. Стики, если что, были. Отлично. Так, леночка в меду, да? Вивер-тараканчик тушит там. Так, ребятки, давайте-ка, наверное, сейчас подумаем о стратегии выфарма. Как мы будем тут делать все? Так как там, смотрите, там какие-то есть прокасты, я думаю, что-то нужно будет сделать сначала на подсейвы, а потом в целом попробовать уже сделать именно что-то конкретное, именно бабочки. Соответственно, предлагаю пойти, во-первых, гангануть. Вот этих пацанов. Сколько там маны? 260 маны, бро. Ой, хорош. Хорош. Да, можно лесочек колотить аккуратненько. У Магнуса там все отлично. О, Шишир. Шишир куда побежал? Влево ушел. Вон он. О, погиблый. Оп. Хорош. Догнали такие его. Таракана вонючего. Таракана вонючего. Хил, репел, до свидания. Хорошо. Сейчас подойдем в упор. Рефлекшн сделаем. Промах, да ладно. О, бара. Найс, ну можно подраться. Ладно, не можем подраться.
Найс, одной тычки не хватило всего. Это печально. Так, пойдет. Вивер пришел, да? Хорошо. Рудге, Вивер. Так, у меня вот так вот. Давайте ману пополним. Так, типочки спят, им не до меня. Внизу толпа большая. Сейчас будем раскачивать, наверное, иллюзию. Но рефлекшн... На 4,5 секунды рефлекшн хорошо в троечку вкачивать. Прям реально очень годно. Все остальное это мелочи. Ух ты. Дядь, поможешь чуть-чуть? Хорош. Отлично. Ну, вот такая помощь, да. Одобряю. Лина. Фармим. Рефлекшн. Тройку. И дальше иллюзии просто. Бары не удалось немножко подзахейтить. Там и хуком не попали. Стрейфуешь. Вот о чем речь, когда стрейфуешь, да? Некоторые ребята всегда задаются вопросом. А почему вот когда ты ластхитишь, ты там влево-вправо бегаешь? Да чтобы позиционку свою менять. Вот сейчас это решило конкретно. Вы видели, да? То есть пуч промахнулся хуком. Почему? Тупо потому, что я влево-вправо бегал. Вот и все. Вот и вся дота. Поэтому, ребятки, это полезная тема. Полезная тема. Рекомендую. Так, берем вот так, делаем. Делаем вот так и делаем вот так вот. Ой. Это что? Не знаю, чья там веточка. Так, а что у меня получается? Цирклеты. Цирклета не хватает, да? Хорошо, вот так делаю. А то что-то в золотаре запутался. Еще там застрял, дядь, выходи. Фарми. Фарми. Хорошо. Так, артефакты есть, щиток продаем. Ходим на боковой лайн. Классно башишь. Там бара вообще страшно башит. Вивер боится меня, да? Вивер меня боится. 7 стиков есть, можно не париться. Таракан так драконец, он не знает, кого атаковать. Он не может по механике игры. Шейкер. Красава. Точно, кто? Кто еще кто? Ну-ка, ребята, давайте перекличку. Я тот самый подписчик. Кто еще? Кто у нас тут есть? Так, найс, фармивит. Хорошо, идем пока что. Лину бы потушить разочек. Кто еще кто? Ребята молчат что-то. Не хотят отвечать, походу. И на меду столько крипов. Там линочка страдает потерь. А, вот она. Ух ты какой! Короче. Откуда он знал, что я тут? Я крипа даже не забрал. Вард стоит. Или он в туман войны так сыграл? Там что, вардик? Туманом войны он играется. Повезло, что мом не нажал. Даже крипа еще не зафармил, он уже кнопочку дает. Ну да ладно. Бывает ничего не сказать. Че, может тэшку заколоть? Стой, дядь. Не хочешь, да? Ну ладно. Тут тэшку побьем чуть-чуть. Чуть побьем. На иллюзию репельчик. Ладно, пойдем. Пойдем дальше колотить. Ну, Лину я нормально, здоровски принял. Хорошо. Очень хочется посмотреть, насколько будут крутые иллюзии у ИТБ.
шестью бабочками. Как они сильно будут или слабо дамажить? Мне это очень интересно, на самом деле. Ух ты, там Лина еще. Ах, уканул. О, еще и Бара тут. Все тут. Че, давай. Знаешь, что ты видишь меня. Жалко, меты нету. Лесочки драка, но мне некогда, сори. Лесочки драка, но некогда. Че, Микал Рейдж? Лина такая, софтерская. Похоже на то, знаете. Веселенькая Лина, софтерная. Так, 2400 есть. 2400, ребятки. Я даже Сандер, наверное, не буду второго левела брать. Я возьму на этот раз кнопочки. Что-то они оккупировали мид. Ой, мид низ. Блин, что-то там. Миду тэшку прогуляли. Что-то хотят они здесь все. Хотят. Вивер, 2000 удержится. Вот вивер удержится, чтобы дать мне 2000 или не дать. Как правильно удержится, чтобы не дать мне 2000. Не знаю даже. Пуш хукай. Оп, пых-пых-пых. Хукай, пых-пых-пых. Не хочешь? Бара тут еще, да, гос. Все тут. Я могу сместиться вообще на другую часть карты. Спокойно фармить. Это будет правильным решением, я думаю. Лина лоховая. Будет убегать, интересно. Показывай свою меха. Меха показывай. О, хорошо. Нету меха там, проверено. Меха нет, проверено. Нет меха. Так, 3300 есть. Можно сделать скади на жир, а потом уже начнем делать бабочки, ребятки. Давайте так и будем делать, наверное. Скади на жирок. Ну, у меня жира много, на самом деле. Такое ощущение, будто я родился со скади встроенным, пацаны. Так что дело такое. Ребята дерутся по КД. Ну я тэшку сломаю. Хочется прям что-то как-то. Как-то хочется, ребят. Вы, конечно, извините. Мне хочется сломать тэшку. Так, 4000. Гоу, топорик в помойку. Блин, я могу вообще тут просто фрифармить, не знаю, очень долго. Орбу одну я взял. Вторая орба тоже есть, в принципе. Вторая тоже есть. Иллюзиями подфармливать буду. Оп, хорошо. Пойдет. Ну, два крипочка забрал, иллюзии достаточно. Тоже неплохо. Три заберу, вообще хорошо будет. Ой, прекрасно. Хорошо. Найс. Выжил с этой иллюзии все, что можно. Пойдем в Эншента зайдем. Так. Не сломает, да? Вот курочка. Скади у меня уже, в принципе, есть. Скади разберем. Сейчас со скади просто будем активничать. Скади мы разберем. Немного по-другому, да, тут геймплей идет. То есть, если в той катке я по одной теме шел, сейчас немного по другой. Через скади. И хорошо. О, лагаю. Не надо лагать, брат. Печалька. Не надо лагать, дядя. Дайте уже видосик дописать, да уже с чистой совестью собрать Терриблейда 6 бабочек. Да и кайфануть такие уже.
ты. Хорошо. Идет. Так, плюсы. Дядь, у меня аж ульта есть. Пойдет. Ну, Бара странновато забежал так. Так, Скади есть, да? Все, можно ничего не бояться и спокойно фармить. Фармим. Фармим мид. Боковые. Ууу, че место принимает, ля какой. Хорош. Этого туда же. У, хорошо. Вот это я понимаю, Террор Блейд. Все, это не ломаем. Найс. Пока что все идет по плану. Плюсы. Плюсы, ребятки. Сюда. Погнали. Отлично. Пока что все идет по плану, ребята. Можно, в принципе, уже начинать по-другому немного. Хорошо. Хорошо. Так, найс. Есть кнопочка. Go. Вивера погоняем, го. Так. Берем Еваси. Вот сюда побежал. Ага, выбежал. О, Барыч. О. Эх, не заберу. Давай, давай. Ну-ну-ну. Хорошо. Уж там выцеливает. Мне главное бить, я регенюсь. Кусается, ля. А, не успел. Чуть-чуть не успел. Пуш заруинил таки. Пуш заруинил таки. Ему тут помочь надо было. Было бы офигенно. Да, там изи трипл. Надо таких, такие моменты химик должен тпшиться и помогать, зафармливать. Все будет огонек. Иллюзия, видели там Пуджу как бьет? Так, ну, бабочка, я бабочки. Бобочки. Начинаю. Все, погнали. Бобочки наши, ребятки. Так, есть баф от Магнуса, это радует. Начинаем делать бобочки. Хорошо, венша. Иллюзиями подфармлим дополнительно. Почти бабочка одна есть, у нас 21 минута, к сожалению, рановато, да? Вернее, поздновато. Начинаю, но гость, да. Плюсы уходим максимально, ребята. Максимально. Плюс есть? Плюсы, потому что я сейчас скади продам. К сожалению, хп совсем не будет. Хп совсем не будет. Так, он решил там забрать, да? Провисит правильно. Да, это сюда. Фарм пошел, как говорится. Our warriors have engaged. Is that all? You dare speak to me?
Отлично. Сюда. А, фармит эта иллюзия. У нее все ровно. Елась, он зачем-то взял, надо было бабочку сделать. Бабочку надо было сделать. У него там линка, да, по-моему, у Вивера. Нет, а почему ХП не дала? ХП почему не дала? Нет, это не так не работает. Ульт аппарата, мне пофиг на ульт аппарата. Странно, почему ХП не дало. Я подумал, там линка. И я не понимаю, как это работает. Привет. Ой-ой-ой. Это третья игра на Террорблейде. Это за три игры четвертый раз такая хрень, ребят. Это ужастик какой-то. Ужастик какой-то. Не хочет ульт давать мне ХП. Просто не хочет. А был бы Евасин, может и выжил бы, да? Алхимик тушит, да? Пойдем по низу. Можно в фарм выходить сейчас. Нормально все. Все нормально. Первую бабочку сделать. Здорово. Хорошо. Ой-ой-ой, у меня же кнопки нету. 2 секунды. Оп, сюда. Хорош. Куда Вивер побежал? А, вон он сверху. Пойдет. Микро КД на вставочку. Плюсы решают проблемы. Так, это одно вот так вот. Да хорош, дядь. Пойдет. Но Бара что-то вообще газует тупо, бездумно. Побежал, погиблый. И что, мульта аппарата летает на ура. Иллюзии люто, конечно, тушат. Сейчас еще бабочка одна есть уже. Успел кнопку дать ему. Отлично. Если бы еще репел был, да, прикиньте, сейчас бы. Минус Лина в такой ситуации тупо. Тупо минус Лина была бы. Сейчас Пуш напишет Д. Или ничего не напишет. Должен написать Д. 50. Хорошо. Найс, все, фармлю. Одна бабочка, в принципе, есть уже. Одна бабочка есть. Бабочка. Можно леса колотить. Так, вот туда куру. Купим 2 дудки. Хорошо. Так, 1, 2. Можно 1 куру себе принести. В принципе. Оп, хорош. Отлично. Магнус, хорош. Подконтрил. Отлично. Тут на колодец пойдем еще 100%.
Хорошо, забрали. Так, 1400. Одна бабочка есть. Ларетки пошли, да? Все, химик сейчас фул на меня, пусть отрабатывает. Ой, огонь. Так, иллюзия уже выносит довольно-таки нормально. 4 тычки гнолу, 370 хп. Я вообще боюсь представить, что будет, когда иллюзия будет иметь огромное количество аги. Это будет, мне кажется, вообще жестко. Мне кажется, будет жестко. Так, ну Бара, по идее, уже побежал. Бара уже, по идее, побежал. А нет. Вон он, Бара. Окей. По драку. Омника бы сюда. Хорош, жалко, от Буджа не попал. Жесть. Сейчас Рошана пойдем. Так, 2500 есть. Жесть, иллюзия хреначит. Страшно, вырубай. Вырубай. Стакай давай. Отлично. Иллюзия тут сама справится. Найс. 3300. Так, еще одна. Есть бабочка? Еще одна бабочка есть. Куда? Кого? Зафармить есть. Так, погнали в их лес. Две есть. Она всегда по тайной стоит. По тайной лавке. Вот не знаю, если честно, хотелось бы Скади оставить для доп-жира. Видимо, не получится здесь. Так, вот. Здесь ударчик, здесь ударчик. Ух, какая АС у меня лютая. Это жесть. Ну, всю карту фармим, сейчас Рошана зафармим сейчас. 300 дэмэджа, 300 дэмэджа с руки. Уже просто под бафом. Под бафом иллюзия тушит. Смотрите на это. Да. Пусть иллюзия ломает, я пойду там. Жесть. Потом иллюзию одну шестислотовую пустим, посмотрим, что будет происходить. Так, плацки скидывает, да? Хорошо. Жесть, иллюзия колотит там. Вот, туда. Хорошо, и Васионы возьмем. Так, сделаем. Не, вот и сюда, да? Чё делишь? Так, пока все ровно, гоу. Хорошо, на быстренько заколотим, тут фарманем, там фарманем. Жесть, нахреначит эта иллюзия. На кату просто уничтожила. Сейчас дособерем, вообще мне вот прям очень интересно посмотреть, что же будет вообще. Как они, насколько сильные они будут. Эти иллюзии. О, забрали. Чарка. Так, ну, все, есть. Я раскачал. Иллюзия тушит, блин. По миду, по лайнам, слайд, как допфарм. Офигенно. Жесть, нарезает. Нарезает иллюзия. Не, это офигенно. Мне очень нравится. Очень много дэмэджа с этой иллюзией. Очень много. Хорошо.
Я не видел бабочки уже 10 тысяч лет. Жесть. Тушат просто нереально. Жалко, что тут иллюзия не такая сильная, как 83-й. 83-й иллюзия очень сильная у Тержеблейда. 85-я она очень слабая. Она очень сильно зарезана, эта иллюзия. Так, хорошо, продаем вот эту тему. Давайте Madness дропнем. Это вот так вот. Ласочки мне уже подгоняют. 5000, хорошо. 3 и 2. Есть. Так, это еще одна бабочка. Еще одна бабочка есть. Я, по сути, уже почти все готово. По сути. По сути, уже почти все готово. Так, раз. Что у нас остается? Так, три бабочки есть. Это четвертая, 5, 6. Получается, у нас 3 есть на данном этапе. 3. Четвертую мы тут разберем, купим. 3 дудки. 1, 2. Правильно? 1, 2, 3. И 3 дудки надо, да? 3 дудки. На 3 дудки не хватает. На 3 дудки не хватает. Оп, 3 дудки. Есть. Еще чуть. Ля-ля, как хреначит. И это еще без бабочек. Жесть, как она лупит. Давайте мом продам. Еще бабочку возьму. Мом продам, еще бабочку возьму. Монета. Монета. Жесть, видели там Пуджу больно как? Так, погнали продавать арты. Я готов почти. В принципе. Еще можно шард. Шард. Хорошо, вижу. Так, есть. Отлично, это тут оставляем. Гол Магнуса двойку возьмем. Хорошо. Есть. Найс. Так, хорошо. Жесть, там кура фуловая. В принципе, у меня есть еще. Так, Аега минутка. Да, хорошо. Тут этого крипа оставим поколотить. Аега минутка. Там иллюзия сама фармит, сама ломает. Жесть, она дэмэджа вносит уже как полноценный геройчик. Серьезно. О, она сатира соло убивает. Большого. Это очень много. Хорош. Главные иллюзии по КД, они там сами разбираются. Так, хорошо. Ласочки, хилочки, пошли. Ласочки, хилочки. Пойдет. Ничего себе, там вивер бара. Убивает. Бара. Так, у меня 6000 еще есть, да? Хорошо. Вот так делаю. Так, Аега у меня упала. Давайте одну бабочку заберем. Иллюзия тут стоит простенько. Тут ничего нет. Ничего нету. Го продадим. На базе. Кнопки. Так, это у нас заряжена сейчас иллюзия будет. Уже смотрите, уже посерьезнее. Бил 36 минуты, уже 3 бабочки есть. Иллюзия по миду. Madness продаем. Кади можно тоже продать. И сапог, наверное, продадим. И там подобьем, сколько у нас остается. Так, слейвы 2 тут.
Скали. Продаем. Так, хорошо. Так, раз, два, три, четыре. Вот так вот, да, значит? Три есть. Есть. 2500 надо еще. Иго. Две 500. Хорош, 37 минута, 6... О, 400 дэмэджа. Жесть. Сейчас отправим иллюзию, ребятки, на тесты. Посмотрим, что у нас будет происходить с оппонентами. Как они там, будут разваливаться или нет? Будут разваливаться или нет? Отправляем иллюзию. Что, иллюзия разведчик. Сейчас мы еду туда же. Сейчас посмотрим, как она будет хреначить. 380 урона. Фига, все нормально бьет, в принципе. Нормально она лупит. Нормально она лупит. Жесть. Пошли по миду. Так, вот это сюда. 200. Сейчас нафармлю. Пацанов в колодец сейчас выгоним. Сейчас 200 золота нафармлим. О, жесть, как она тушит. Только почему-то бабочки не работают. В этом, в герое, да? Вы в иллюзии. Видели, попадают почему-то. Я ожидал лучшего эффекта. Почему? Вообще, по мне попадают, надо проверить. Просто есть баги, если 6 бабочек собираешь. Бывает, багается и, к сожалению, не работает. И не попадают. Бывает, пока 5 бабочек не сделаешь, типа, ну, не будет корректно работать. 1300 хп, жесть, это вообще ни о чем. Так, Сандер, хорошо. Иллюзия там сама управляется. Так, Омнику дают Чапалаху. Хорошо. Ты. Меня, дядь, иди. Я поможу. Ух ты. Не попадешь, дядь. А вот иллюзия попадет точно. Вивер сюда приехал. Хорош. Хорош. Не попадет Вивер. Только магии пробивать. Жесть, скорость атаки какая. Ужастик. Странно, почему по иллюзиям попадает. Немного не понимаю эту тему. Не должны попадать. Вообще не должны попадать. О, Рошана заколотим. Так, Рошан, проверку на Рошана делаем. Ля, как он бьет. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Хорош. Оп, вот так делаю. Найс. Так, иллюзию по низу. Омнику. Так, иллюзия там пушит, да? Надо иллюзии не пушить, да? Го, вот здесь начнем. Го. Все, ехала. Танчите. Ехала. Ехала, ехала. Так, эти крипы мешаются. Бежим, бежим, бежим. Главное, чтобы алхимик там не заподозрил, что... Так, ломаем эту контору. О, пошло дело. О, найс! На вставочку. И пошло дело. Пошло дело. Глиф юзать на колодец. Это стонгс. Все вы знаете по этому контенту, ребятки. Глиф на колодец. Кто ресается, сразу хп махаюсь. Ломай. Хорошо. Репел надо. ХП нету, жесть. О, найс. Плюсану. Отлично. Отлично. Ну, вообще, на самом деле, на изи. Вообще, на изи. На изи сломали. Можно... Отойдите. Пусть иллюзии лупят. Иллюзии сейчас пусть убивают.
Сейчас посмотрим, что он там будет делать. Пусть иллюзии убивают. Посмотрим, как они будут справляться. Жесть. А-а-а, просто иллюзии убивают. Куда поехал, дядь? Опа, линовочка. Пусть иллюзии ломают. Да какие же они жесткие! Вы просто посмотрите на эти иллюзии. Оп, Вивер побежал. Вот Вивер хитрый. Ой-ой-ой, все, гобе. Пусть хилятся. Отлично. Так, ну что ж, ребятки, подобьем итог. Тему мы эту выполнили стопроцентно. Стопроцентно. Выполнили задачу, сделали мега-крипчиков. Ой, как мега-крипчиков. Мега-колодчиков сделали. И все. А что, магазины закрылись, говорит? Смотри. Стой. Стой, дядя. О, эта иллюзия просто уничтожает. Ее бы забафать чем-то на МС, да? Жесть. Можно пуш. Ломаете, че вы? Жесть. Смело, пацаны. Жесть. Это, конечно, ну, реально. Очень опасная тема, ребятки. С этими иллюзиями. Они реально очень плотные, какие-то жесткие. Жестко. Как закуп делать? Там у них магазины не работают даже, говорят, да? О, лол. А, ну они закрыты для нас. Пору давал, Вивер, говорит. Так бы давно выиграл. Пойдем, подберемся. Квадраться. О, сейчас мы как потушим. Ух, какой просто пулемет. Террорблейд пулеметович. Гоу. Под колодец сейчас покажем, как надо. Опа, иллюзию хукай. Я иду, дядя. Ну, я под колодец зайду. Которого нету. Я иду. Все равно иду, пуш. Магнус застрял. Жесть. Просто избиение. Бомнику помочь надо. Бомнику помочь. КП нету. Магазины закрылись, говорит. Ну, выходной. Там. Там выходной. Видели? Две пачки тараканов убиваю. Первая пачка быстро слишком слетает, вторая сразу вешается. Жестко. А, просто иллюзии убивают. Иллюзии убивают. Оп, хорош, еще одно. Тупо иллюзии уничтожители. Вот, ждать, ну стой. Куда ты? Стой, дядька. Я даже бабочку нажал. Не достану, слишком далеко. Уводит пацан. А на пусть иллюзии работают, да? Оставим иллюзии, пусть они тут работают, что хотят делать. Стой. Убегает от меня. Ай-яй-яй. Хорош. Не, ну иллюзии лютые, ребят. Дэмэджа очень много с них. Просто посмотрите, как они ломают. Это еще иллюзии, которые... Насколько я не помню, там 60% родного дамага они унаследуют. И довольно-таки неплохо они ломают. Обратите внимание, ну рили. Рили, они неплохо ломают. Реально неплохо. Реально неплохо ломают. Лучше жесть, вы просто посмотрите. А как ТБ ломает, я уже вообще молчу. Ну что ж, ребят, давайте подведем итог. В целом мы справились с этой задачей. Я это говорю уже второй раз. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. Будем заканчивать эту катку с ребятами. Тут уже как бы, ну, решили всю контору. Весь этот вопрос уже решен. И обязательно пишите, что вы бы еще хотели увидеть в таком формате. Какого героя? Может, какого-то необычного героя? Ну, Террорблейд, необычный герой. Мне нравится тем, что, ну, вот он такой вот. Тысячу лет он не видел бабочки, да? Бабочек он не видел тысячу лет.
Иллюзии просто зарызали. 1000 лет он не видел иллюзий, в принципе. GG. Ребятки, не забывайте поставить лайк за старание. Эти видосы писать довольно-таки тяжело. Спасибо всем, кто смотрит эту рубрику. Всем, кто вообще подписан на канал и кто поддерживает, тоже огромный респект, ребятки. Поэтому как бы направляешь иллюзию на пацанчика, и все, иллюзия ломает. Давай его, ломай. То есть там плевки лютые, конечно. Жесть. Я не знаю, я кайфую с этого. Это ужастик просто какой. Смотрите, как она ломает эту иллюзию. Эта иллюзия ломает нереально. Блин. Какого героя, интересно, еще можно так одеть? Это же прикольно. Ну-ка, Лини, покажи, где раки зимуют. Иллюзии заовнили просто. Еще иллюзии заовнили. Это жестко, ребят. Это жестко. Пишите в комментариях. Какого героя еще так собрать? И в целом, понравилось ли вам это видео, ребятки? На этом все. Спасибо выражаю всем ребятам, кто участвовал в создании этого ролика. Надеюсь, эти две катки, которые мы для вас сделали, они вам понравятся. И в целом, конечно же, не забывайте подписываться. Не забывайте подписываться на YouTube канал, на ТГ канал, откуда мы все, в принципе, с ТГ берем, вот, ребяток, и поехали делать, ребята играют. Не всегда катки, как вы видели, первая катка, да, не всегда катки получаются на контент, но вот такую катку я тоже вложил, первую катку, как вы видели, и вот со второй катки, ну, вообще с третьей катки, вторую катку мы тоже быстро затащили, но она менее интересная была. В третьей катке было прям то, что нужно, ребятки. На этом все, друзья, с вами был Ксаназис, и до скорого.